Всем йоу, чуваки, с вами я, Панда FX, и я купил себе зубастика Роналду. Я смог его позволить себе уже спустя 2 месяца после выхода игры. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. Вот так вот выглядит этот убийственный состав. Зубастик Роналду, Криштиану Роналду. Вот этот вот молодой человек немножко затерялся в этой толпе. Вьераро и Кошту вы и так видели. Роберто Карлос, Десаи, Фердинанд. Шмехель, который мне не очень нравится. Если честно, пускает он практически все. Но я решил так по красоте его тоже поставить. Ну и вы заметили наверняка малыша Канте. Вы спросите, откуда он взялся. А взялся он у меня с тех самых паков непродаваемых. 2 игрока мне выпало, и один из них был Канте. Собственно, я уже успел поиграть с зубастиком Роналду, и хочу вам показать его первое касание в этой игре. Вот так вот все просто. Просто с лету взял, хуернул и забил. Это реально было его первое касание. Я до этого не принимал ничего, просто заброс, удар, гол. Ну что, пацаны, погнали играть. И первый наш соперник на сегодня с довольно-таки неплохой командой, скажу я вам. Попытаюсь вам продемонстрировать один из волон. Блять, я был уверен, что это гол. Вот он такие вот постоянно забивает у меня голы. Тише, тише, нихуя себе, Куадрадо. Ответил тоже хорошим таким лонгшотиком, скажу я вам. Конечно, убежит, должен убежать. Зубастик Роналду. Выходит 1-1 и... А вот тут я задумался, знаете о чем? Я заплатил за этого игрока 2 миллиона 600 тысяч. И он не попал вот в таком моменте. Чего, блядь? Ну ладно, сочтем это на приколюхи игры, а не проблему самого Роналду. Криро на Роберто Карлос. А вот Роберто Карлос с правой нерабочей ноги может забить. Спасибо. Пасик должен быть на Роналду. Зубастик. Зубастик. Что за хуйня, блядь, Роналду? Почему ты не забиваешь? Нихуя на вас, ты чё? Ты... Что? Что происходит? Я не могу на вас отобрать мяч, лол. Ну ладно, пацан, за такие приколюхи тебя надо наказывать. Я даже не могу в пустые забить. Ну все, нахуй. Приехали. Лоу скилл у меня подъехал, пацаны. Так, Вера, чё по лонгшотам у тебя? Ебать! А ты хорош, братан! А, ну ладно, давай покидываем. Второй соперник, ой-ой-ой, а вот это уже прям серьезный такой пацан мне попался. С красной карточкой, Руи Кошта, 5 у него еще. Окей, зубастик, хорош. Ну, найс, вот так вот это все должно происходить, братан. Так, зубастик, что насчет еще одного лонгшота? Ну, не совсем лонгшот, но тоже голешник, 2-0. Так, Роберто Карлос. Кто-нибудь сопротивляться будет вообще? Роберто Карлос просто пробежал и заработал пенку. Молодец. Справедливо будет, если сам Роберто Карлос исполнит этот пенальти, поэтому пусть он сам пробьет и 3-0. Так, 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 соперник, ты чё, что? Блядь, что? Пиздец, блядь. Чё это было, нахуй? Зубастик, вот этим хорош зубастик. Он отрывается просто как, не знаю что, блядь. 4-0. Ну, зубастик, тут можно еще один забить, 5-0. Ну, пожалуйста, ну ливни, ну, братан, ну, чё ты тратишь мое время? Блять, чуваки, это чуть ли не самый красивый гол моей жизни сейчас мог быть. Ебануться. Просто ебануться, вы это видели, нахуй. Ливать на 89-й минуте, ты серьезно? То есть ты до этого думал, что ты сможешь закомбэчить или что? Я не понимаю, блять. Че это за пиздец? Следующий соперник на сегодня. Серия А. Ненавижу серию А, реально, она меня просто раздражает. В том плане, что серия А меня постоянно дергает. Бля, как же он заебал, как же он уныло играет, пацаны, ненавижу таких соперников, которые вот контроль, контроль, мяч, контроль, вот эта вот вся пидоросня гейская заебала, если честно. Я, конечно, понимаю, что это приносит результат, но играть крайне скучно с такими пацанами. Сделаем вот так вот и вот так вот, нормально, раскаты, 1-0. Бля, Роберто Карлос на месте ЦМа, это просто машина, блядь, для убийств, нахуй. Прям ебошит так, как не ебошит никто. Это лучший центральный полузащитник. Да, вы не ослышались. Идеально подходит Руи Кошта. Блять, Перин. Так, кто это такой? Что за Родригес, блядь? Что за Родригес? Чего он так носится, как ебнутый? Кто это такой, блядь? Вообще я понятия не имею. Это гол. Охуеть, блядь. Ну почему, сука? У меня 2 центральных защитника, блядь. Где они? Где блядские центральные защитники? Ну посмотрите, что они делают? Какого хуя Куадрадо один остается, блядь?
Давай, руй, кошка, дубль оформляй. Сука, все в перина нахуй летит. Вот про этого я вам и говорил, то, что серия А играет пиздец как по-читерски. Блять, опять навес. Он, короче, просек, что можно, блять, навесами играть теперь. Серьезно? Давай, давай, Криштиану. На, нахуй, блять, 2-1. Роналдо на Роналду и Голешник. Так, 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 что-то опасное назревает, я чувствую это. О боже, нет, нет. Фуф, Шмехель. Блять, это, наверное, один из редких случаев, когда Шмехель реально выручает. Так, Криштиану, может сейчас заканчивать все, и он это делает. Ну как все, 3-1, подождите, еще ничего не ясно. Соперник-то у нас довольно-таки нормальный, лакерный, я бы сказал. Блять, что за провал? Вот я не понимаю этого говна. Я просто не понимаю этого говна, блять. Сука, что происходит в этом матче? Что с моими центральными защитниками? Такое ощущение, как будто они в какие-то бронзовых бичей превратились. Хорошая статистика у моего соперника. 3 удара в створ, 2 гола. Так, Роберто Карлос входит в штрафную. Это нападающий за 2,5 миллиона. 2,5 миллиона только что не забили с 2 метров. Я не знаю, как это объяснить, серьезно. Мне не хочется скидывать это на то, что с игроком что-то не так. Поэтому скину это все на фифу. Ну, типа, предположим, что это хандикап. Ну, братан, ну, сейчас-то ты должен забить. А, я понял. Банучи себя как щенка отталкивает. Я много, конечно, агриться уже начинаю из-за того, что происходит какая-то дичь откровенно в этой игре. Ну, вы меня тоже поймите. Вера. Ну, Роналду. Зубастик. Да ёб твою мать. Зубастик. Ну, соперник нажимает на паузу. Наверное, какие-то киберспортивные переустановки сейчас будут. Ой-ой-ой. Ну, это ГГ. Все, пизда. Провалище какое-то ебаное. Так, Квадрату. Нет, нет, нет. Стоять, стоять, стоять. Блять, как... Я вот знал. Я вот знал, что так и будет. Сейчас у соперника будет, блять, нахуй одна контратака, и он ей воспользуется. 3-3. Охуенно, просто шикарно. Ладно, играем дальше. В принципе, с одной стороны, это даже круто, что, типа, не в одну калитку все, и вам интереснее, я думаю, смотреть такие зрелищные матчи. Давай, 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 зубастик, перекидывай. Да. Хорош, блядь, наконец-то, блядь, хотя бы так ты забиваешь. Я думал, реально сейчас перелетит, и он и здесь не забьет. Спасибо огромное. 4-3. Давай, заканчивай, братан. Просто... Бля, Перин, ты меня просто затрахал. Как он это делает? Объясните мне кто-нибудь. Что это ебаный Перин себе позволяет? Блять, Десаи, Десаи, подождите, Десаи, у которого удар, как у меня, наверное, да, там, 30, 10, сколько у него там удар, посмотрите на этот пиздец, на нахуй, Десаи, блять, пацаны, вибите лайк за этот шедевр, прошу от вас просто лайк, Десаи заслужил ваш лайкусик, я передам этот лайкусик лично ему, блять, не знаю, там, в Твиттере, в Инстаграме, где-нибудь ему напишу, вам лайкусик от моих подписчиков за такой охуительный гол. Все, заканчивается матч, крутой матч, я думаю, вы со мной согласитесь, получился он не в одну калитку, довольно-таки эпично все было, 10-0 у Зубастика, гол плюс ассист, только я не понимаю, почему у него 10-0, Роналду Криштиану забил 2 гола и дал 1 ассист. Мы дошли до финала Дели Нокаута, я уверен, что там будут соперники, которые еще не отобрались в Викинг-лигу, и я просто зайду и ливну во время матча и дам победу чуваку, который дошел до финала, ибо, блять, у меня проходка в Викинг-лигу уже есть, поэтому, типа, смысла побеждать мне в этом месте нету. Чувак, не ливай, я сразу ливну. У меня форма элита, конечно, но не... Ну, почему ты сышь, блядь, братан, блядь, ну... Да, у соперника, конечно, составчик полное днище и ПЗшник без сыгранности. У тебя сегодня хороший день, потому что ты официально получаешь проходку в Викинг-лигу. Поздравляю. У-ху! Ну чё, пацаны, по итогу, что я могу сказать про Зубастика Роналду? Он, конечно, крут. 7 матчей, 13 голов и 3 ассиста, это статистика... Очень-очень даже неплохая. Но, блять, все равно, когда вот моменты появляются, вот, по типу того, что было в первом матче, в последнем, когда он там тупо, блять, с 3 метров попасть не может, это, конечно, очень странное дерьмо, но, опять же, не буду его обвинять в этом, а буду на какие-то там баги или глюки FIFA скидывать. Поэтому Зубастик крут, он мне понравился, и, в принципе, пока что, я думаю, я его оставлю, я им поиграю, наиграюсь, и после этого приобрету себе уже Рональдиньо и попробую волшебника в деле. Ну и в итоге-то я отыграл Зубастика около 100 матчей, могу сказать, что своих денег он совсем не стоит. Да, типа он крутой,
типа спейсом, с силой и все такое, но у него есть ряд минусов, которые перечеркивают все его плюсы. В первую очередь это физуха, он устает очень быстро, ко второму тайму он просто бегает там, не знаю, на пейс 70 может, поэтому, бля, не, ну конечно не 70, я утрирую, но в целом как бы он замедляется, и во втором тайме его обязательно нужно менять, это совсем-совсем не круто. Также его финишинг, который он показывал в этом матче, собственно, тут много говорить не надо, вы сами все видели. Стоил бы он где-нибудь там лям, окей, без вопросов, а за почти 3 миллиона, нет, спасибо. Ну и, собственно, все, пацаны, надеюсь на вашу поддержку, поставьте лайк под этим видосом, 10-15 тысяч лайков, и следующий видос не заставит себя долго ждать. С вами был я, PandaFX, всех люблю, целую и всем пока, едва.